Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пани Шпилька, меня зовут Яна. Сейчас ноябрь, и попасть в светлое время суток куда-то к морю очень непросто. Но мы же не любим сидеть дома, поэтому я приглашаю вас сегодня со мной на прогулку к Балтийскому морю, мы в Зеленоградске. На улице сейчас примерно где-то плюс 8 градусов. Время, так, примерно полседьмого вечера. Посмотрим, как выглядит променад в это время. Да, море в темноте практически не видно, но зато очень хорошо слышно. Кстати, я удивлена, что в это время здесь почти никого нет. Я отсюда вижу, что впереди разноцветными огнями светится пирс. Очень хочу дойти и посмотреть на него вблизи. Так здорово! Мне это очень нравится. Это бювет с минеральной водой. Днем он открыт, пожалуйста, для всех желающих. А сейчас предлагаю выйти все-таки на центральную улицу города, и давайте посмотрим, может быть, все местные жители и туристы гуляют в это вечернее время именно там. Ну, я смотрю, все местные магазинчики и кафе сейчас работают, а вот гуляющих даже и здесь немного. С другой стороны, в этом тоже есть положительное. Зато нам никто не будет мешать рассматривать город.
Вы, наверное, тоже заметили, здесь почти с каждого дома за нами подглядывают котики. Хотела еще зайти в уличный мурариум, где живут эти самые котики. Но, к сожалению, они уже легли спать, и снять их не удалось. Я сейчас опять вернулась к променаду. Хочу снять здесь небольшой такой парк скульптур с изображением детей. Мне очень понравились они. Хочу, чтобы вы тоже их увидели. Здорово сделаны. Они вот действительно как живые. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто сегодня был со мной, всем, кто составил мне компанию. Если вам понравилась наша прогулка, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал, я рада каждому из вас. А сейчас пока-пока!